Компания Bethesda под редкие аплодисменты анонсировала Wolfenstein: Youngblood, действие которого развернется в Париже 80-х годов, а сюжет посвящен дочкам-близнецам Блазковица. Да, появится кооператив. Игра выйдет в 2019 году. Кроме того, вскоре можно будет сражаться с нацистами, лежа в кровати. Wolfenstein 2 The New Colossus выйдет на Nintendo Switch уже 29 июня. Также разработчики выпустят игру для VR Wolfenstein Cyberpilot.